Добрый вечер, всех приветствую. Ну, конечно, после убедительной игры дома, конечно, мы какой-то большой запас сделали в игре, но завтра все равно мы готовимся очень серьезно, мы уважительно относимся к нашему сопернику. Естественно, уважительно относимся к самому клубу, своему клубу. Вот и футболисты знают, что есть какой-то уровень, то есть их минимальный, из которого нельзя опускаться. То есть показывать всегда свой уровень и имидж клуба всегда должны держать. Так что готовимся серьезно. Вот, и все футболисты хотят показать тот футбол, который они могут играть. Потому что наши болельщики, в первую очередь, которых мы очень сильно уважаем, они всегда требуют от нас максимальной концентрации и максимально хорошую игру. Так что я надеюсь, что завтра такая же интересная будет игра, какой была и первая игра. Мы очень уважительно относимся к нашим соперникам, вы понимаете? Этот счет не должен, как бы, в эйфории падать нельзя. Вот ни нам, ни никому, и ни болельщикам Атлантаса или болельщикам нашим. Мы выиграли очень уверенно эту игру. Но эта игра уже прошла, это уже прошло. Надо готовиться на завтра. Так что завтра все начинается с 0-0. Еще раз повторяю, у нас очень много футболистов, которые сделали большое имя себе. Я не знаю, что нельзя опускаться ниже уровня. И они должны всегда держать свой уровень. Мы команда, которая всегда играет атакующий футбол. У нас из команды находится очень много атакующих, индивидуальных футболистов сильных. Так что такой же. Мы будем придерживаться своей игры, которой мы и всегда играем. А счет, это будет уже есть и видно уже после игры, конечно. А так мы постараемся играть свой футбол, который мы можем играть и который ждет от нас наш болельщик.